Вы только что на ответ моего на вопрос моего коллеги заявили, что вы не против службы граждан Армении в армии Нагорного Карабаха, никем не признанной республики. Нагорный Карабах никем не признанная республика. Соответственно, согласно международным нормам, армия Нагорного Карабаха является сепаратистскими силами. Означает ли это, что вы за то, чтобы граждане Армении принимали участие, то есть фактически выступали за сепаратистские силы? Ну, я думаю, что вы так хотите очень глубоко зайти, можете зайти. Это ваше мнение, и ваше мнение не навязываете международным организациям. А сейчас сколько служит в этой армии, если можно будет уточнить? Я не могу точно вам говорить, но во всяком случае там служит столько, сколько в состоянии удержать сегодняшняя позиция. Я очень извиняюсь, это государственная тайна, что вы не говорите, или вам неизвестно точное количество? Нет, мне точно неизвестно, потому что мы такую статистику не ведем. А почему? Это же ваши граждане. А зачем вести? Это ваши граждане. Правильно. А что, вы имеете статистику, сколько ваших граждан в России, в российской армии? Имеет... Я очень извиняюсь, лица, являющиеся не гражданами Российской Федерации, не имеют права служить в войсках РФ. Это закон, очень, это Конституция Российской Федерации. Вы очень подготовленный молодой парень, да, который прекрасно знает устав ОБСЕ, документы ОБСЕ, Конституцию Российской Федерации. Только вот считаю, что еще нужно, конечно, изучить и другие документы. Можно мне уточнить вопрос задать? Имеют ли право граждане Армении отбывать воинскую службу в армии или же в каких-то военных группировках, находящихся вне территории Армении и не признанных Арменией? Я просто Конституцию Армении пытаюсь уточнить. Я не знаю, вот это мой пробел. Ну, если ты пришел сюда со мной спорить, то, пожалуйста. Нет, Боже упаси. Я отвечаю и скажу. У нас службы в армию не отбывают. У нас служат. Понял? И срочную службу служит в составе армянской армии, граждане Армении. А имеют ли право граждане Армении отбывать срочную службу не в составе армянской армии, а в рамках какой-нибудь другой армии? Они, если служили в армянской армии, дальше, как вы говорите, могут отбывать любую службу в любой армии. Это их не дело.